Всем привет, ребят! Перед началом видео напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно прожмите колокольчик, стримы ежедневно, и напишите под видео любой комментарий, это помогает видео выйти в рекомендованное. Спасибо большое! Итак, давайте почитаем правила. Потратить алмаз, чтобы открыть секретный лутбокс. Чем больше алмаз тратить, тем больше крутой приз тебя ждет. Если потратишь 1000 алмаз, госблинк гарантирован. Итак, у нас, я так понимаю, 6 наборов, да? Ну, как бы, это типа главные призы, наборы. Вот эти 6 наборов, главные призы. Соответственно, не... А тут какое-то, да? Не показывается, что у нас там, как бы... Ты потратил на 90, чем больше потратил на тебя, лучше награды. Главный приз гарантировался, было потрачено 1000 алмазов. Ну, у меня 700 алмазов, ребят. Давайте поиграем. Я лишь знаю, что у кого-то на 10 алмазов выпадает, но вы же знаете, 3% вроде, да, выпадение лутбоксов из оружейки. Давайте просто посмотрим, что хотя бы выпадает. Давайте вот, не знаю, 10 раз попробуем открыть лутбокс. Не напоминать, подтвердить. Давайте откроем карту схрона. Открыть еще, давайте. Сканер. Открыть еще. Сканер. Открыть еще. Жетон охотника. Понимаете, да, о чем я? Вы... О, уже лутбоксик за 10 неплохой выпал, по сути. Опять сканер. Карта схрона. Лутбоксе. Кстати, выгодно крутить. Выгодно крутить, я вам хочу сказать. Давайте еще по 10 чуть-чуть крутанем. Ты. Ну, что там, следующее 20 есть вариант? 20. Давайте за 21 откроем. Лё. Пипец, конечно. Давайте за соточку посмотрим. Что там за соточку? Лутбокс за соточку. Ага. Ой, жесть какая. Еще лутбокс. Еще лутбокс. Блин, ребят, если честно, я думаю, что это... Очень странная штука. Вот за 10 выгодно лутбоксики открывать. Вот они выпадают раз в 3. Вот их выгодно открывать. Реально, они как бы... Красненькие. А давайте все за 10 откроем. Вот 3 или 35 раз еще за 10 откроем. 35% шанса как бы. Либо сразу 35% выдать. Просто выгодно за 10 открывать. Есть же 1% шанса. Хотя я думаю, что он 0,01. Но давайте попробуем. И в конце откроем, наверное, еще за соточку. Да? 25 раз откроем сейчас. Мне просто интересно, что попадется. Просто интересно. Потом, естественно, мы эти лутбоксики с вами пооткроем, потому что вчера я выбил МП-40 на стриме. Ходить на стримы, а не ежедневно. Не, ну это выгодно. За 10 крутить, конечно, это выгодно. Хотя, знаете, раз в 3 раза лутбоксы попадаются. Шанс такой странный. Очень-очень странный. Бля, у меня уже 150 осталось. Ладно, давайте 150 попробуем крутануть. Открыть. Угу, золотой клоун за 150. Не, ребят, по 10, по 20 крутите, короче, мой вывод такой. А, как бы это все интересно, конечно, там за 100 крутить и так далее, но... Как повезет. Давайте так. Сейчас я 700 алмазов потратил. Я бы крутил бы, короче, по 10. Лучше 75 раз по 10. Вот реально. Вот реально. Lucky, unlucky. У меня, к сожалению, больше алмазов нету. Но я снял, как бы, вам на самом деле. Пойдемте откроем эти лутбоксики. Посмотрим, может, с них что-то выпадет цельное. Но по факту мы наоткрывали кучу всякой фигни. На 8 дней у нас выпал Фамос. На 7 дней у нас карчик выпал. Здесь у нас выпадет, дайте угадаю, 3 сканера. Так, здесь у нас выпадет Фамос на 7 дней. Здесь XM8 еще на овер дофига дней. Она вообще мне не выпадает, никак не может выпасть. Уля, скин Драгунова, кстати, клевая тема.
калашек. Вряд ли мы что-то, конечно же, выбьем, но... Типа поприкалываться, чё, нет? О! За 700 алмазов мы выбили навсегда, получается... А чё он хоть даёт-то? Всё, ребят, на этом будем заканчивать. Я показал, что выпадает, как играть. Правила ничтожно странные. Не забываем подписываться, ставить лайк, колокольчик, приходить на стримы и вообще всё-всё-всё делайте. Вот это вот всё. Спасибо, всем пока-пока.